Две недели в акватории Каспийского моря проходили учебно-методические сборы с водолазами Северо-Кавказского округа войск Национальной гвардии России. В ходе учений они отработали вопрос организации водолазной станции при выполнении разных видов работ с берега и с использованием катера. Целями сборов является повышение и поддержание практических навыков работы под водой водолазного состава. Но по итогам учебно-методических сборов можно с уверенностью говорить о повышении качества практической работы под водой, а также действия в составе водолазной станции, а также цели и задачи, поставленные на учебно-методические сборы, выполнены в полном объеме, водолазный состав готов к выполнению поставленных задач по предназначению. Отметим, что водолазы также выполнили практические действия подводного ориентирования, обследовали подводные части гидротехнических сооружений и грунт на предмет наличия взрывоопасных устройств.